33 кримчанина із 50, яких вдень затримали у Москві, відпустили. Відпустили усіх з Мещанського відділку поліції, ще 5 із Таганського. 17 людей ще залишаються там. Про це новинам Криму повідомила адвокатка Лілія Гемеджі. Усіх їх звинувачують за статтею 20.2 – порушення порядку проведення мітингу. На них склали протоколи. Їм загрожує штраф до 20 тисяч рублів. Це більше 8 тисяч гривень. Наразі кримчан захищають 5 адвокатів. Оформлення протоколів може зайняти ще близько години. Всі абсолютно в порядку. В основному тут молоді люди, є кілька граждан пожилого возраста, но все они чувствуют себя хорошо, абсолютно бодрые, нисколько не сожалеют, что приехали поддержать своих соотечественников, считают, что это было важный шаг приехать, оказать свою поддержку, так как вынесенные приговоры являются не только приговорами для четверых бахчисарайских ребят, которые вынесли сегодня большие сроки, но и в отношении каждого крымского татарина, в отношении всего нашего народа. Задержание проходило, конечно же, с грубейшими нарушениями со стороны правоохранительных органов. Нам не представлялись, не предоставлялись нам возможность переводчика. Они не разъясняли нам наши права, не разъясняли нам суть нашего правонарушения. Просто загрузили около 50 человек в автозак и увезли в отделение МВД. При этом были составлены протоколы, был составлен объяснительный со стороны людей, которых задержали. Теперь были сделаны ходатайства о направлении дел для рассмотрения по месту жительства задержанных.